Не, ну, в футболе есть такое понятие «не прет», да? Команде уже очень давно не прет, долго не прет. Скажи, пожалуйста, есть этому объяснение хоть какое-то? Объяснение лично я не знаю какое. Такое ощущение, что весь нефарт, все проклятие как будто упало на нашу команду в этот год. Да. Даже вот на последних минутах даже пенальти не можем забить, которая вот могла принести первую победу в этом году. Вместе с тем, за игру команды не стыдно. Кубань не самый слабый соперник, и сегодня Анжи как минимум не уступила нашим гостям ни в чем. Ну так всегда, что каждой игры мы говорим, не стыдно, не стыдно. А, главное, как говорят, игра забывается, счет остается. Но то, что нам ничья хорошо было бы с Кубанью, если мы были бы где-то повыше, там, и особо нас турнирная таблица не давила бы. Но в таком положении, в котором мы сегодня находимся, ничья это для нас не то, что мы хотели. Что касается травмы Алишки, практически перед тобой произошло. Ты так очень рьяно звал врачей, то есть на первый взгляд все так страшно было? Ну да, как бы я думал просто обычное столкновение, но когда посмотрел, что начало с ним происходить, то дай бог ему здоровья. Я думаю, что, как я слышал, что нормально, он уже себя чувствует. Дай бог, чтобы он выздоровел и все, вернулся в строй. Сейчас будет перерыв, он, наверное, он как воздух необходим команде. После перерыва посмотрим, он нам, ну, уже хуже некуда, я думаю, что только может что-то изменится, и надеюсь, что начнем выигрывать.